Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн. С вами Александр. Тема данного видео – производительность мотокультиватора Техас. Также я сниму процесс погрузки и выгрузки мотокультиватора в автомобиль Лада Гранта. Нужно положить доски или какое-то основание, чтобы ножи не проткнули вот это вот резиновое покрытие. Сзади у меня газовый баллон, поэтому полностью он не войдет. А, еще один момент. Одно крыло нужно снять, вот это вот пластиковое. Здесь стоит защита пластиковая, здесь я снял. Так, я на участке. Время 10:50. Вот сейчас достану культиватор и посмотрим, сколько за сколько времени я обработаю участок в 30 соток. Так, культиватор 6,5 лошадиных сил, максимальная ширина 84. Вот это уже второй раз прошел. В принципе, здесь корни в основном уже перебиты. Вот, но скорее всего, что придется еще третьим следом проходить. Вот, вот так выглядит полоса в два раза. Ну ладно, сейчас я буду работать. Очень сильно забивается, потому что вот очень много травы. Я, конечно, не ожидал. Друзья, по своей невнимательности я установил центральные фрезы, которые идут. Вот редуктор, вот фреза одна, которую намотала. И вот эту вот фрезу я установил обратной стороной. Вот сейчас, и в общем, очень сильно забивает. Вот, буквально тут туда-обратно прошел и забило. Вот, сейчас попробую перевернуть, посмотрим, может быть, станет получше. Так, пошло гораздо лучше, но до идеала, конечно, далеко. Все равно здесь придется раза три, я думаю, минимум проходить. Ладно, буду сейчас работать. Так, вот пока перерыв, покажу, что получается. Это я прошел на один раз. Ширина вот этой вот полоски 10 метров, длина на метров 70, наверное, то есть 7 соток, ну, может быть, 6 соток. Я вспахал где-то часа за полтора на один раз. Еще раз повторю, что придется еще, наверное, раза два проходить. Вот так вот разница. Работать с непривычки, конечно, тяжеловато, непривычно, но уже настроился. Сделал я половину участка. Вот это. То, что перепахано. Вот это я оставлю на завтра. Такой момент. В предыдущий раз, когда тракторист мне перепахивал, остались вот такие вот глыбы. Такие комья, надеюсь, видно будет. Вот они. Вот. Основной уровень, вот, и они по всему полю, вот, соответственно, трактор в них упирается, пока и начинает его разъедать, ну, пока не разъест, приходится его поправлять, он спотыкается, застревает, начинает загубляться. Так, и что по результату? Сейчас 2:50, то есть мы работали с 10:50, 4 часа,
Вот за 4 часа мы соток 15-16 мы сделали. Вот это с настройкой, с отдыхом. Вот у нас трудяга, работяга. Все, друзья, на сегодня закругляемся. Еще сейчас пару рядков пройду и буду собираться. Комья разбиты, вот там, я думаю, вторым следом уже за один день можно будет вот такую площадь осилить. Так что все, друзья, заканчиваем, сворачиваемся. Всем до новых встреч, пока.